Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі відбудеться арт-вечір, присвячений мистецтву модерна. Детальніше сьогодні про цю подію будемо говорити разом з засновницею школи арт-експертів у Дніпрі, мистецтвознавицею, художницею Юлією Тарасенко. Юлія, я вітаю вас у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, перед тим, як ми почнемо говорити саме про арт-вечір, засновниця школи арт-експертів у Дніпрі, розкажіть детальніше, що це саме за школа і як вона працює? Школа арт-експертов основана была в 2013 году, и ее цель раскрывать для широкой аудитории тему искусства во всем его многообразии. И уже на протяжении нескольких лет мы работаем в рамках открытых мероприятий. Это, как правило, лектория, арт-вечера, на которых рассказываем различные направления в истории изобразительного искусства, музыки, архитектуры, скульптуры. И задача такая, чтобы максимально раскрыть и заполнить, возможно, те существующие пробелы, связанные с искусством у наших слушателей, зрителей. Як я розумію, от один із арт-вечорів, який планується, це саме арт-вечір, присвячений мистецтву модерна. Розкажіть, будь ласка, про що ви там будете говорити, яку інформацію будуть дізнаватися слухачі? Ну, мероприятие, связанное с тематикой модерна, это мероприятие, которое входит в цикл лекций, который мы начали в школе, очередной цикл лекций. И начинали мы с древнего искусства, совсем, скажем, с периода античности. И постепенно, хронологически, мы пришли вот к 19 веку, рубеж 19-20 века. И как раз это раскрывается тема именно модерна. Что будет? Ну, будет рассказано история, да, что, собственно, происходит в это время в истории, какие происходят открытия, какие, от чего люди отходят, да, от какой-то классики, от какого-то периода, когда случилось в искусстве, ну, период нового времени, да, после эпохи Ренессанса. И мы вот плавно перешли к тому, чтобы перейти в наш современный мир. И если прошлое занятие у нас были вот уже первые ласточки в мир современного искусства, это были импрессионисты, то, конечно, что это дальнейшее развитие искусства придет к тому, что развивается такой стиль модерн. Модерн вообще слово современное, оно к нам относится, но, конечно же, так случилось, что у этого слова есть несколько других названий. Модерн – это в нашем славянском произношении. А если рассматривать многогранно, то этот стиль, который родился практически на всех крупных территориях мира, да, и имеет, естественно, свое разное название. Если мы говорим на эту эпоху модерн, французы говорят на это «ар-нуво», немцы говорят на это «югенштиль», да, «новый стиль» и так далее. Америка, Англия, все говорят по-своему об одном и том же, но у него есть некоторые свои отличия, территориальные отличия. Но в целом, чтобы хотелось как-то вывести в едином, как бы, понимании, что такое модерн. Модерн – это такая связь человека с природой. Когда человек вдруг оторвался от этой вот пирамиды определенных, вот пирамиды ценностей, которая была сложена с эпохи древних эпохи, да, средневековья, когда во главе стоял Бог, вот эпоха модерна – это когда будет такой вот дуальный мир, когда человек будет смотреть на себя и природу, и вот смотреть, как он взаимодействует вот в этом диалоге. И модерн, он очень текущий стиль, и вот это течение будет очень напрямую, как бы, перекликаться с природой, у которой нет прямых линий, нет прямых углов, каких-то жестких параллелей и вертикалей, где все очень природно, и человек стремится встроиться вот в этот природный мир. Вот об этом вкратце, в общем-то, модерн, и, конечно же, известные представители этого модерна, который мы будем рассматривать, это Густав Климт и Альфонс Муха. Прекрасные произведения, очень яркие, чувственные, про женщину, про любовь и природу. Ви дійсно так дуже чуттєво говорите про цей напрямок. А скажіть, будь ласка, чи є у вас, як у мистецтвознавця, якісь ще напрями, до яких ви відноситесь от найбільш, скажімо так, душевно, які, на вашу думку, є найбільш, ну, якщо вдалими, це дуже таке некрасиве слово, і все ж таки вашими улюбленими?
Вы знаете, я, наверное, отношусь с любовью к тем произведениям искусства, о которых говорю. Если в данный момент я говорю о модерне, я его очень люблю, и сложно сказать, какое из направлений мое самое любимое, потому как они все разные, каждый по-своему открывает свою красоту, многообразие, и по-разному нас касается. Модерн люблю очень, потому что он такой, знаете, смягчающий и очень добрый. Но при этом я люблю и Ренессанс, люблю и Северное Возрождение, люблю и современное искусство. Поэтому я, как искусствовед, влюблённый, наверное, вообще в целом в искусство. А, до речі, з приводу сучасного мистецтва, як ви вважаєте, як сучасне мистецтво впливає, якщо можна так сказати, на класичну школу? Тобто ми знаємо, що зараз популярні дуже такі нестандартні підходи в мистецтві сучасному, це завжди якісь протиріччя, якісь незрозумілі зачасту пересічному глядачу тематики. От як на вашу думку, сучасне мистецтво і от така стара класична школа, вони йдуть в одному напрямку, чи все ж таки вони один з одним якось конкурують? Ну, знаете, вот в начале, вот рубеж 19-20 века постепенно искусство начинает выходить за рамки. Ему эти рамки, которые сложило классическое искусство, стали малы и тесны. И поэтому то, что мы видим сейчас в 21 веке, в современном искусстве, отчасти это сложилось вот тот переход в 20 век, мир модернизма, как стилей, направлений современного искусства. И то, что это... Я бы сказала, что они идут параллельно. Ну, как параллельно? Классический мир, классический там ренессансный мир, реалистичный мир, он, в принципе, всегда с нами перекликается. Но то, когда люди перешагнули в совсем другие обстоятельства, события, там, мышление, ощущение себя, естественно, человек ощущает, и человек... Творец, который творит новое современное искусство, он выходит за эти рамки, он, ощущая в себе новизну, он смотрит эту новизну в мире. И, наверное, новым ярким таким в современном искусстве стало то, что художники и творцы, они захотели выйти за рамки музейной живописи, за рамки каких-то стандартов и стать непосредственным ярким, наверное, таким участником современного искусства. Мы знаем огромное количество примеров, когда все эти перформансы, да, инсталляции, хэппининги, когда потребность участвовать в мире искусств самому. И когда зритель становится соучастником, когда зрителю предлагают не готовые какие-то решения, не готовую какую-то историю, а предлагают современное искусство, чтобы человек смог внутри себя задаться вопросами, серьезными, глубинными вопросами. И, конечно, современное искусство очень часто раскрывает тот мир, в котором оно творит, а современный мир – он усложняется в чем-то и, к сожалению, в чем-то слишком упрощается. И вот такой вот, знаете, сложный баланс, очень сложный. Но вместе с тем, для современного человека, смотрящего на современные произведения искусства, которые вызывают у него определенные чувства, ему нужно просто следить за собой. Сейчас век, когда мы не столько стремимся узнать, что хотел сказать художник в той или иной картине, в той или иной сюжете, нас интересуем мы сами. И вот этот глубинный интерес, настоящий интерес к себе самому нам очень часто может подарить современное искусство, будь то восторгом от красоты или наоборот, какой-то печалью от того, что человек не понял или ему не понравилось. И вот такая тоже очень интересная дуальность, в которой мы живем и наблюдаем это современное искусство. От ви сказали, до речі, за сучасного глядача. Чи от ви могли б проаналізувати сучасний глядач сьогодні, чого він хоче від мистецтва, яким він хоче його бачити, що для нього є більш актуальним і що він сприймає найкраще? І взагалі, от наш український глядач, якщо брати особисто наш там менталітет і так далі, яке сьогодні мистецтво він найкраще сприймає? Знаете, для восприятия очень хорошо, когда у нас есть база, на которую мы можем опереться.
для понимания того, что происходит или происходило, да, или строить какие-то прогнозы. Нам важно на что-то, ну, как бы понять какие-то основы. А потому, когда, знаете, человек просто, вот берем просто, ну, парисичного громадянина, да, у которого, возможно, нет какого-то специального образования или не случалось так в жизни раскрыть в себе там какие-то импульсы к искусству, ну, представьте, что бросить его в современный мир искусства и сказать, вот смотри на это. А здесь нужно, конечно, какие-то базовые знания, какая-то, ну, пускай даже где-то выборочная информация, чтобы сложились мои собственные впечатления. А один вопрос, когда мы смотрим и мы реагируем с позиции, мне это нравится или мне это не нравится. Но другой вопрос, когда человек может реагировать, современный, да, зритель, может реагировать с учетом того, когда он проводит анализ. Мне это знакомо, а раньше это было вот так, а, наверное, современный мир это подает иначе. Ну, я вот просто привожу пример и подвожу к тому, что чтобы быть ценителем, не обязательно там быть искусствоведом, да, но для того, чтобы в полной мере можно было ценить и насладиться, важно какую-то все-таки иметь для этого базу и какую-то информацию. И тогда это совсем другой опыт ощущений, переживаний и знаний. Вот для этого школа арт-экспертов вот и проводит регулярно свои встречи, чтобы человек смог из своего личного представления, которое основано на небольшом каком-то опыте знаний или представлении, да, он смог раскрыть в себе вот этот понятийный аппарат и посмотреть уже на те произведения, которые он встречает, да, и найти в них какое-то свое любимое произведение, да, или найти что-то, что его наполнит ресурсом. Ну, от, до речі, дійсно, такий пересічний громадянин, відвідувати такі арт-зустрічі, можливо, відвідувати музеї, які би ще могли дати поради людині, яка, не знаю, сподіваюся, надихнулася нашою прес-конференцією і вирішила наблизитися до мистецтва, от з чого їй почати, куди їй, можливо, якийсь ми можемо порадити напрямок, у якому варто йти? Напрямок... Тот, который ближе всего человеку, да, если человек, он больше такой, знаете, в логосе, да, ему больше слово нравится, конечно же, это книга. Книга абсолютно разная, сейчас очень много литературы, которая предлагает от простых таких хронологических этапов развития искусства до глубинного погружения. Если это человек, которому важна эмоция, если ему важно ощущать себя в каком-то пространстве единомышленников, тогда, конечно же, добро пожаловать на вечера школы арт-экспертов. Если это человек, который любит фильмы, да, пожалуйста, огромное многообразие фильмов, документалистики и художественных фильмов очень много. Это музей. Конечно, вариантов много, но важно, так важно человеку встретить вот тот импульс, который впервые сможет его как бы подтолкнуть к этому развитию. Поэтому я просто желаю людям найти, всем желающим, прикоснуться к искусству, найти тот импульс, ту встречу, тот переворот, который сможет направить к красивому. І скажіть, будь ласка, давайте анонсуємо ще раз, коли саме відбудеться арт-вечір, присвячений модерну, які у вас на майбутнє плани, чи будуть такі вечори проводитися і надалі? Арт-вечер, посвященный эпохе модерна, у нас состоится завтра. Это конференц-зал улицы Гоголя, 26, кофейни «Нос». Там регулярно проводятся наши встречи по средам. Я думаю, что после Нового года мы вновь откроем цикл лекций. Это будет посвящено истории искусства, это будут какие-то просто тематические встречи. Мы планируем провести и онлайн-образование для желающих все-таки образовываться, не выходя из дома. И вообще школа арт-экспертов активно участвует в своих таких мероприятиях, рассказывая, обучая и выступая таким проводником в мир искусства.
Що ж, я сподіваюся, дійсно, як я вже казала, наші глядачі сьогодні, дивлячись на нашу прес-конференцію, надихнулися і вирішать наблизитися до мистецтва, до прекрасного. Сьогодні говорили про арт-вечір, присвячений мистецтву епохи модерна, разом з засновницею школи арт-експертів у Дніпрі, мистецтвознавицею, художницею Юлією Тарасенко. Юлія, ще раз вам вдячні за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!